Чавки Язбек весь день напролет занимается любимым делом. В его умелых руках рождаются миниатюрные копии традиционных ливанских домов. О такой работе мечтал с детства, ради нее уволился из ресторана. Каждое изделие Язбека – произведение искусства. Ведь мастер создает дом со всем его внутренним убранством. Так он хочет сохранить культурное наследие своей страны. Сначала я все рисую на бумаге, затем вырезаю детали из дерева. Иногда в ход идет камень. Кроме того, я использую старое кованое железо и медь для того, чтобы сделать традиционные двери. Мои работы выдержаны в стиле ливанской архитектуры и традиционной культуры. Над всеми деталями мастер работает скрупулезно. Окна, двери, камин и полки с книгами и фотографиями не отличить от настоящих. На завершение каждой детали нужно от недели до 10 дней. Чем больше ее размер, тем больше времени и усилий требуется, особенно при работе с камнем. Изделия Чавки Язбека вызывают все больше интерес среди покупателей. Такие миниатюрные дома приобретают поклонники ливанской культуры и ливанские эмигранты. Они находят в моих изделиях напоминания о культурном наследии страны. У них возникает ностальгия по их ливанским корням. Многие ливанцы-эмигранты любят Ливан с его культурой. Ливанский мастер участвует во многих престижных выставках, в том числе международных. Теперь мечтает создать миниатюрную копию ливанской деревни с традиционными домами, узкими улочками и зелеными садами.